Ezlere ona kadar bunu. То, что этот день сегодня должен был расти. День, который мы не считаем ни за личность, и вообще ни за что. И в этот день Бог сказал, ты должен позаботиться об Ано и остальных братьях и сестрах. У этого дня есть свои заботы, которые Бог возложил на него. И когда зайдешь в Грузию, Бог сказал, сделаешь мне то-то, это и остальное. У этого дня есть свои заботы. И этот день заботится о тебе. И для меня. И Бог желает в этот день что-то дать им и сделать для нас. Так кажется, будто бы Бог опаздывает и медленно работает в нас. Но свое дело он достигает. Он не может одной рукой просто взять и все изменить. Чтобы мы даже не осознали, что случилось. Но он желает потихонечку. Потихонечку. Однажды Бог сказал Израилю такие слова. Твоих врагов я уберу от тебя мало-помалу, потихонечку. И я вас поселю мало-помалу. И благословлю вас потихонечку. И разбогатеете вы потихонечку, мало-помалу. Вы знаете, в нашей жизни тоже все потихонечку будет происходить. Я рос потихонечку. Вырос. Даже не замечал, как я рос. Знаете, кто замечал? Тот, кто давно меня не видел. Ой, какой большой ты вырос. Но я так рос, я не замечал. Мы так постареем, мы даже не заметим. Мало-помалу. Знаете, есть один путь благословения, который Бог дает. В твою жизнь Бог все принесет потихонечку. Иногда, когда закрываю глаза, а потом открываю, смотрю, вау! В одно время ничего не было, а тут уже супруга, четверо детей. Откуда пришло это? Бог все в мою жизнь принес потихонечку. Вы знаете, есть такой путь благословения у Бога. Он на этом пути благословляет потихонечку. Чтобы ты мог воспринять это все. Чтобы увидеть смог. Некоторые вещи подготавливаются потихонечку, мало-помалу, и в один день потом уже проявляются. Сада царуна цахвидет, гушин меша ходрам конда сахурем та районе, пшуинцем сахуробен эклесиевши. Вчера у меня была встреча со служителями из разных районов, и куда бы вы ни должны были пойти. И каца сэх мертва дает скошерума нел-нела, 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 да уква гмертс, диди да серьезу лигегами биокс. И там тоже Бог мало-помалу, потихонечку работал, и у Него есть большие планы. Если ты увидишь, что где-то Бог сверхъестественным образом действует, то вау, и вау, чудесным образом что-то появилось. Зная, что долгое время Бог там подготавливал почву мало-помалу, мало-помалу. В этом городе будет пробуждение. Аминь. Я твердо верю в это. Но не знаю как. Это в Божьих планах. Но откуда я знаю, что будет пробуждение?
Гмерти амдгесац нельнела икенепс икамде мисасвелат. Бог и этот день использует, чтобы мало-помалу идти к тому пробуждению. Мало-помалу. Сакуиро сколаши бавшеби эхла саулобе гмерти ситкос. В воскресных школах сейчас дети учатся Слову Божьему. Мало-помалу в их сердцах сеется Божье Слово. Нас учили слава Ленину. Дидеба Шромас. Слава труду. Дидеба КПСС. Слава КПСС. Да рауна могуем качу, ра дгес, ра тоцуцунем, ра мусавали уна конода. Почему мы сегодня роптаем? Что мы могли пожать от этого? Имидоро нелнела. Джоджохетискен медиода колапере, ухмертобискен. Потому что потихонечку, медленным темпом все шло к аду. Маграм, дресуца ситуай кадагеба. Но сегодня, когда проповедуется слово, халхи лоцилупс. Люди молятся. Халхи хедуэбс гребулупс, да, цменит мизи дезумет. Люди получают видение, идут с верой за Бога. Эр дрес туда и нахером, калакши, укой рагаца мудзраобах, деба да гмерти рагаца кетев. Если в один день ты увидишь, что в городе какое-то движение есть, и Бог движется. Он да михуде имасров, а вместо смерти нельнела рагацепс акетерда. Ты должен увидеть и понять, что Бог для этого что-то потихонечку делал. Хвалапери, да паруши сайдумлот гмертис мокмедебашия. Все в тайне вместе с Богом происходит. Эсари гмертис принципе. Это Божий принцип. Ройс нельнела, да мизанда сахулат гуидзугубатин. Он целенаправленно, мало-помалу ведет нас. Мевар пастор. Я есть пастор. Хшират упрос пастор Смитзахиан. Часто меня старшим пастором называют. Пасторы Шмаги, пасторы Гулуромы, Псахурубен, Дасакмев, Цевиан. Потому что есть еще другие пастора, которые также служат Богу. Да, мисим рагатсев Шмаги Тхебиян Хомен. И они меня спрашивают о чем-то. Ме араперер вици, маграм вици вин цицис. Я ничего не знаю, но я знаю того, кто знает. Зогдер, Иисус брал гюно, брал тумом кеви. Он иногда говорит: просто иди за мной. Убрал гамом кеви. Просто иди за мной. Авраам за царя. Авраам и гапу, а умер за садами диодарит сюда. А Аврааме сказано, он шел за Богом, но не знал, куда шел. И цит гриандело барогур лапаракобс, да зогдер ти. Вы знаете, сегодняшние умные верующие, как говорят. Ме он дают сюда садами диодар. Я должен знать, куда я иду. Роди смивали. Когда я приду туда? Рано и рады мивали. Как приду туда? Да, пери у нами тхрагмерто деталу рада мере болос. Эсарари морцумене увисхореба. Боже, ты все мне должен сказать и открыть, и я так только пойду за тобой. Но это не жизнь верующего. Ховела дросагус гмерцит квашентус. В каждое время у Бога есть слово для тебя. Шеро вергай геси масарани шинаус рогмерт марасори рагацагит хра. Если ты не понял, это не значит, что Бог тебе что-то неправильное сказал. Убрал тугай герогит хра сегакетен. Просто если ты услышал, делай. Стань безумным, чтобы быть разумным. Безумным стань, чтобы быть мудрым. Не понял, но все равно должен делать. Вот в этом есть и мужество, и вера. Не понял ты, понятно, но ты же тут понял, кто тебе это сказал. Делай. Он знает, что тебе сказал. Не обязательно, чтобы этот понял. Аминь. Апостол Павел говорит, мы хоть верою, а не видением. Згмерц лабиринтеби аქვს თითქოს. Сзади акеткеуна. Гакетесе, мерес гакете, мерес. Ой, мне говорят, репс вакете, репс вакете. Болош, თითქოს гешиния болоши ра икнеба. Бог ведет будто бы лабиринтами. Сначала говорит, иди в эту сторону, потом в другую. И ты идешь, водимый духами, и спрашиваешь, Господи, что я это делаю? Но конец другой. Очень много примеров могу привести. Бог желает, чтобы мы с верой ушли за Ним. Иногда ты должен сказать, ничего я не понял. Но я все равно иду. Потому что тебе доверяю. Я знаю, что твоя воля благая, угодная, совершенная. Аминь. Аминь. В конце же тебя ждет сюрприз. Если пойдешь за Богом.
ეს ყველაფერი დღევანდელი მორჩილება და სვლა შობს იმ რაღაცას. Сегодняшнее подчинение, оно рождает это другое, новое. Маграм ის ყველაფერი ნელ-ნელა მორჩილებით და მიყოლით მოვა. Но это всё придёт мало-помалу после нашего послушания Богу. Цит, როცა ადამიანი აირჩეს, მე მინდა ცოტა რაღაც თქვა. როცა ადამიანი აირჩეს, რომ ერთს გაყვეს. Знаете, когда человек выберет идти за Богом. Эшмак мацицес. Дьявол тоже знает об этом. Ну, пироვნება შესაძირავს დებს, მიათეც იძლევა. Человек кладёт десятину пожертвования. Ეკლესიაში დადის. Церковь ходит. Гадаздо. Какие-то дела отложил. Мы с винет порадгებით. Товари ის არა, რომ მიათეთი დადე და შესაძირავი დადე, ან ეკლესიაში დადი ხარ. Не главное то, что ты что-то делаешь или ходишь в церковь или кладёшь десятину или пожертвование. Товари ის არის, როცა ეჭვები შემოგიტევს, რწმენით თუ დახვდები იმას. Главное, когда будут атаковать тебя сомнения, станешь ли ты твёрдой верою. Это ты როცა დათესავ. Знаете, когда вы сеете, ეშმაკი მოდის და ეჭვები მოაქვს. Дьявол приходит и приносит сомнения. Христос. Для чего? Ром рогорме цаигос из датесили шен цхоребида. Чтобы как-нибудь посеяно в твоей жизни забрать. Ром мосавали арипос болиш. Чтобы не было у тебя жатвы. Так мертва гамамахвела курадгеба амазе. И Бог обратил моё внимание на это. Раса цакетет, гакетет рцменит. То, что делаете, делайте с верой. Товари арари ро чемган гавида. Не главное, что вышло от меня. Рцмени твоя она давтесо. Я должен с верой сесть. Роца эчоби дамесева таузе, машинац рцмени ту навидге. И когда меня будут атаковать мысли, сомнения. Ме он давидге, мткице рцменит. Я должен стать твёрдой верой. Гануэт сатана. Отойди от меня, сатана. Христе олцам дасе утхарит у нас, гануэт сатана. Христос учил говорить, отойди от меня, сатана. Цремлит мтесуэльни. Сеющие со слезами. Роцешмаги умра, арафери цар икнеба. Когда дьявол тебе говорит, ничего не будет. Ицит родис моцешмаги, ром эчоб моитано шен схоробеш. Знаете, когда дьявол приходит, чтобы принести сомнения в жизнь вашу. Роца шен удабнус гзазе хар. Когда ты проходишь пустыню. Мосе маирчи агмерц гаколода. Моисей выбрал идти за Господом. Амхелам схорбли гайго кацма. Огромную жертву принёс человек. Датова Египте да телис исаганзуреби. Оставил Египет и все драгоценности. Фараонის მეორე კაცი უნდა ყოფილიყო და შეიძლება ფარაონი ყოფილიყო ეს ეგვიპტეში. Он должен был вторым человеком в Египте быть после фараона. Уარი თქვა ამ ყველაფერზე. Он отказался от всего этого. Да сад мохда то есть. И куда попал? Зецаში мохда პირდაპირ. Сразу же попал на небеса. Да თქვა უნდა არა. Конечно же нет. Мсхорбли რომელიც მოსემ გაიღო. Жертву, которую Моисей принёс. Удабноцти да мере. Потом его пустыня испытывала. Исцауи да удабноши. Потом он пошёл в пустыню. Марто иго дарченили. Одним остался. Вис эшмаки модис да таусес хвис адамянс мере. Дьявол приходит потом и атакует человека. Садар яба шени гмерти. Ну где же твой Бог? Шеху амдени хани амсахуров. Ты же так много служишь. Шеху амдени гайгем схерплас. Ты же так много пожертвовал. Да славе бивит гахвеви эсазреби таузе. И как орлы над тобой летают. Икнеба сори арари да икнебасе да икнебисе. Может быть не всё совсем правильно, может быть это так. Или так. И давай мы говорим, товари арарис, ром схверплевс игев. Главное не то, что ты жертвы. Товари удобноши ар унда даеце. Главное не падать в пустыне. Маграм Мосе ар даеце удобноши. Но Моисей не пал в пустыне. Ман моигерия ყველა суави да ყველა ეჭვი. Он всех разогнал, все сомнения. И цитратом. Знаете почему? Ебреям 11 тавс 25-27 мухлебში წერია. В Евреях 11 главе с 25 по 27 стих сказано. Ის თითქოს უხილავს ხედავდა, он ткице იყო. Он будто бы смотрел на невидимое и твёрдо стоял в вере. Да მოვიდა ის დროც. И пришло то время. Ერთ დღეს მოსეს უკვე სვავები ვეღარაფერს უშვებიან. ეს აზრები ვეღარაფერს ვერ აკლებენ და ეჭვები ვერაფერს ვერ უშვება. И в один день, когда уже эти мысли, сомнения ничего не могли с Моисеем сделать. Вот Джохит, кацი, რომელიც უნდა მჯდარიყო ტახტზე. Приходит с палкой человек, который должен был сидеть на троне. Цхрепс цхремсал судабноши. И пастит в пустыне овец. ერთ პატარა მაგალითს მოვიყვან. Один маленький пример приведу. Гушин შეხვედრა როცა ქონდა, ერთი ჩვენი და რესტორნის დირექტორი არის. Вчера на встрече у нас была сестра, которая директор одного ресторана в Гори.
Беори дамлагеблеби хаус да беори минтареби да раус беори еборчилебиан мас. У нее много там уборщиц, людей, которые в ее подчинении находятся и трудятся на нее. Твитон кумзадеб да сачмелс да твитон ве рецхау да суптав да и кауробас. Но она сама нам готовила пищу, сама мыла посуду и все убирала, служила нам. Я ей говорил, какая же интересная жизнь христианская. Шехеде, эртхел, эртичуэнни да, сколес директоре его. Также одна сестра у нас была директором школы. Да, пол цмендау да эртхел, я так цмендау да экклесиэш. И однажды она, когда чистила пол в церкви, да кранта, да газда рецхау, саям тилус. Стоит и моет эту тряпку у крана. Отхи дам лагабелим каутахове. 4 уборщицы было у меня. Она шутя говорила, а теперь мне самой приходится убирать. Но Христос был сам рабом и служителем. И показал нам путь, каким путем мы должны идти. Добрый и верный раб, сказал я. Как хорошо, когда ты сегодня пищу готовишь для служителей. Ты служитель Божий. И если ты делаешь это с верою, а не с обидою. Вы знаете, некоторые делают с обидой. Кто увидит? Я больше это не буду делать на 100 лет. Вы знаете, кому делаете, тот должен видеть. Он никогда не обманывает. Он сказал, если ради меня Евангелие, ты будешь делать что-либо. Не сомневайся, ты в 100 раз больше получишь. На этой земле. А потом вечную жизнь. Аминь. Наш брат Вано, он шпакли работал вчера. Мы так много платим, поэтому он служит. Он делает для Господа. И он это должен делать с верою. В один день ты попадешь в пустыню. А может не один раз, а много раз. И много сомнений будет на твоей голове. Ну я делаю, а где, ну не знаю, где Бог? Вы знаете, Моисей, который стоял до конца для Бога, верно? Бог проговорил с Моисеем через куст. Моисей, иди, ты должен вывести мой народ из Египта. Ты сдал все экзамены. Ты не тогда сдавал экзамены, когда из Египта иди шел. Твои экзамены тогда ты сдал, когда ты выдержал испытания в пустыне. Сейчас же слушай, Моисей. Сейчас пойдешь именем моим. И со всей властью скажешь самому большому царю, что отпусти народ мой. Моисей сказал, кто я? Бог сказал, действительно правильно говорит, кто ты? Но я буду с тобой, мы вместе двое пойдем. Господи, как мне понять, что ты со мною? Бог сказал, что ты держишь в руках? Он сказал, жезл. Брось, он сказал. Бросил Моисей и в змею превратился. А сейчас в конец держи. Знай, в этой руке есть что-то. Когда он взял за хвост, опять превратилась змея уже в жезл. Такие чудеса обычно не происходят. Бог, еще я хочу, чтобы более уверенно быть. Он сказал, возьми руку и положи вот сюда. И вытащи руку. Смотрит на руку свою в шоке. И она наполнила язвами. Боже, что это такое? Опять положи, Бог сказал руку. Вау! Вау! Я собрал, нищина бы от конда с утра.
Это просто пусть будет знамением для тебя, что мы вместе, сказал Бог. И куда я тебя отправлю? То, что скажу, сделаешь. Если не будешь слышать Египет, ты только слова должен говорить. А, ты ведь не можешь говорить, ты не будешь говорить. Моисей был заикой. Он не мог говорить и постоянно заикался. И Богу говорит: Господи, хотя бы из-за этого дефекта не выбирай меня. И он сказал ему: твой брат Аарон, он будет твоими устами. Мы все знаем эту историю хорошо. Очень интересно, что-то случилось, когда Моисей зашел к евреям. Бог послал меня, он сказал евреям, чтобы вывести вас из Египта. Когда придешь туда, то спросят тебя, какой Бог тебя послал? Это исход 3 глава. Бог сказал: скажи, я есть тот, кто есть. Он послал меня, скажи. И они поймут, что ты от меня. Теперь пришлось испытание, экзамен сдавать. Они обрадовались: все, мы выходим. Начали подготавливаться. Фараон узнал, как это уходит. Сколько всего подготавливали и как работали они на египтян, евреи? Ну, утро сам дэнс дам дэнс. Сказали: вот такое-то, такое-то количество. Фараон маутхра, эхла, ундагаак этону промети. Фараон сказал: теперь они должны быть сделать намного больше. Да, бзац, твитон унда еще, унда моитану сайдена цунда. И вербу сами должны достать и принести откуда хотят. Амат нахэ сизар мацэм дам, вала перма садам дэми, вала гамусламо миндомэс. Ты посмотри, насколько они стали ленивыми, что даже еще и выйти захотели. Но произошло следующее. Бог содействовал чудесами им. Мы видим такую историю. Еврейский народ восстал и уже не мог испытания проходить. А Христос моходи, Мосе. Ром, а чем шуэни врат мушаобдит, гнарат, вакетебдит, рагаца чуэн сакамез. Эхла сакаме гагуим раулда, да танки дэв рисхуаари параониса чуэнзе. Еврейский народ начал роптать на Моисея. Для чего ты пришел, Моисей? Мы же жили нормально. Теперь у нас намного больше работы, чем было раньше. Я чувствую, что такое может происходить и по отношению к церкви, или по отношению к пастору сегодня. Я тебе обещаю, у тебя обязательно будет много таких экзаменов. Если не сможешь сдать экзамен, у твоей жертвы ни цены не будет и ни награды не будет. Потому что Библия учит нас: все, что без веры, все грех. В Римлянах 14 главе 23 стихе сказано, что все, что без веры, все грех. Когда мы жертвуем, когда мы поклоняемся, и люди выходят и жертвуют, это очень интимная атмосфера. Ты касаешься тогда сердца Господа. С этим малым, который у тебя есть, ты приходишь к Богу, чтобы жертвовать Ему. Но если ты это не делаешь с верой, если ты не встретишь экзамен с верой, не будет награды. Дьявол желает, чтобы мы потеряли веру, и чтобы потеряли потом семя, и награду. Стой твердо в вере. 1 Коринфянам 16 глава 13 стих сказано: будьте мужественны, будьте тверды. Стойте в вере. Да.
агиаре ყოველთვის აუცილებლად იქნება საზღაური. Исповедуйте, что всегда будет награда. Авраам 99 წლის იყო და შვილი არ ყავს და 24 წელი ელოდებოდა კიდე. Аврааму было 99 лет, и он ждал 24 года. Марга майцам дахткмен ერთგულიაო. Но он говорил, что верен обещавший. Вы როგორ ფიქრობთ, Авраам არიცდებოდა რწმენაში? Как вы думаете, Авраам не был испытан вере? Иосиф არიცდებოდა რწმენაში? Иосиф не был испытан вере. Давид არიცდებოდა Давид не был испытан в вере. Мефехаро утхра Самуил цена сарметкольма. Самуил. Сармедкин, мецхваре моирбина. Мецхваре моирбина. Представьте, пришел пастух маленький. Да хмертват куэгари Израильский мефехар. И Бог говорит, это царь израильский. Да, дохели, да, сказать, да, утхра Израильский мефехар. Самуил возложил на него руки, налил елей и сказал, ты царь израильский. Самуил Маругайго, Саул Маругайго. Турме Давиди укуртхебиат мефетро. Когда Саул узнал, что благословили его, помазали царю. 3000 человек бежали за одним Давидом, чтобы убить его. Куэрогор пикров, Давид срачердебуда им дрос. Что вы думаете, что нужно было Давиду тогда? Ице он опили кору, Саул из хельши, арчавардебуда, рцмэнит у нам дгарико. Он должен был твердо стоять в вере, чтобы не попасть в руки Саула. Уамра вирцмэна чердебуда мас. Ему нужна была большая вера. Иосиф и цмэмма гагидес. Иосифа продали братья. Монат. В рабы. Да искиде от снеба даром из хоробач ахтебо да рагац. А он мечтал о том, чтобы в его жизни исполнится обещанное. Маграм Иосифе монобашиц шинаганат. Монасат шевда шинаганат гайхедос тхос хмертос шени ахткмеби чемс мимартаре. Иосиф и в рабстве он смотрел с верой и говорил: Боже, и в этих страданиях твои обетования не сомневаются. Вы знаете, страдания, экзамен, испытания Иосифа и Давида, сколько времени продолжались? Все, я гарцерт меня мак, цены из гарда да, арутими, а то си, рагаться си сулелеб мецкебатавши. Мы когда жертвуем сегодня воскресенье, не дай Бог, на следующее воскресенье мы не увидим жатву и не увидим Божье благословение, у нас разрушится вера. Но Иосиф и Давид. И Авраам. И Моисей и многие другие, они ждали обещанного Господом. Давайте посчитаем года, сколько был испытан каждый из них. Мосе 40 წელი აბარებდა გამოცდებს. Моисей 40 лет сдавал экзамены. Удобноше. В пустыне. Ау, Берто, წარმოიდგინე, საცხოვრობდი. Საცხოვრობდი. Сад ვიყავი. Представьте себе, где я жил 40 лет. 40 წელი წემსავს თავისი სიმავრის ცხრებს. 40 лет он своего тестя овец пастил. Როგორ ფიქრობთ, არც ერთხელ არ მოსულია აზრის ეს სიცრულე ჩაიდინა? Как вы думаете, никогда ему мысль не приходила, что какую глупость же он натворил? И что получила бы от этого что-нибудь? Один год. Второй год. Десять лет. Понял ты, дурачина, что вот так ты не должен был поступать. Я уверен, что вы об этом, конечно, ничего не скажете. Но дьявольское сверло было подключено, и оно сверлило его мозг. Чтобы как-нибудь он не сдал экзамен. Но он сдал экзамен. Но когда он знал, Бог сказал, посмотри в свой дневник, там одни десятки. Теперь после этого экзамена мы можем действовать. И Иосиф схедал, чем так. Мы видим потом Иосифа. Вот Джер Абрам заткот. Скажу пока Абраме. Абрама. Губертма утхар сам узнал, что тебе это сказать, что религия колеба. Аврааму в 75 лет Бог сказал, у тебя будет ребенок. Сколько лет ему понадобилось, чтобы получить обещанное? 25 лет. Ситуация уарестебода. Ситуация, она ухудшалась, и еще больше ухудшалась. Если вы посмотрите Римлянам 4 главу, там очень интересные слова написаны.
ზოგჯერ ცუდად ხვდები ხოლმე ღმერთო, აブラამთან რა მაქვს საერთოდ? ისიც მორწმუნე იყო და მეც მორწმუნე ვარ. Иногда мне плохо становится, когда я читаю это место, и он был верующим, и я верующий, Господи. Масац конда სიტყვა და ჩვენს გვაქვს სიტყვა. И у него было слово, и у нас есть слово. Нахет როგორ წერიან? Посмотрите, как написано. Арше მე 19 მოხდა. Арше სუსტები არ წმენაო. Роца укуребда, ро миси схეული титкмис 100 წლისა, 99 იყო, 100 წლისა და უკვე ჩაკვდა. Всё. Акедан агарибадებიან ბავშვები, აღარა აქვს ქალის მიმართ ლტოლვა და ხოლო სარა საშომკვდარია უკვე. 19 стих. И не измокши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Წარმოიდგინეთ, სარა საშო უკვე მკვდარია. Утроба Сарина уже умерла. Авраам იყურებს ამ ყველაფერს. Авраам смотрит на всё это. Туалები ბევრს ყურები, გარემოება ბევრს ლაპარაკობს. Глаза, окружающий мир всё говорило. თავის თავსაც უყურებდა. И он на себя, конечно, смотрел. მოდი რა შიზოფრენიკი ხო არა ხარ, რა ცოტა ნორმალურად იაზროვნე რა. შიზოფრენიკები მაიც აიკვიატებენ რაღაცას და დააჭი და შვილი მეყოლება, რა შვილი გეყოლება, შენ რა, შენ შვილი როგორ გეყოლება? შენ როგორი კურთხები საერთოდ ნებისმიერ ჩვენგან? Как можешь ты стать отцом? Ты что, шизофреник, что ли? Только у шизофреников бывают такие мысли, что будет у меня ребенок, будет у меня сын, будет, не будет никакого сына. რა ეჭვირ ის ეჭვი ის არ შერყეულა ურწმუნოებით ღმერთ არამედ განამტკიცდა რწმენი და დიდება უძღნა ღმერთსო. Не поколебался 20 стих в обетовании Божьем неверием, хотя атаковали его мысли, много сомнений приходило в мысли Авраама, что как у меня родится сын, но Библия говорит, прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Как вы думаете, почему сказано об Аврааме? Мы идем по следам Авраама. Он пример для нас. Я не знаю, чего ты ждешь сегодня, чего обещал тебе Бог, или, может быть, слово какое-то ты ждешь от Бога. Там у нас сказала хорошее слово о богатой женщине. Она даже не могла представить, откуда могла она ребенка получить. Иногда представления, которые ты имеешь, они исчезают, и не можешь поймать их. Авраам мечтал, когда у меня будет ребенок, как будет хорошо, я буду держать его на руках. Но очень много сомнений приходило в его голову. Когда прошло 24 года, он сидел у палатки и видит, три мужа идут. Он был очень гостеприимным и подбежал. Он сказал, не проходите мимо моей палатки, остановитесь у меня. И он заклал теленка и приготовил еду им. Когда они поели, Авраам им говорит, мы не простые люди. Придем мы в следующий год, и ребенка будете держать на руках. Сара кофе варила там и начала смеяться в кухне. Пардагация се ангелозма да утхра. Гана раиме, а гмертистус шеудзлебели? Ангел отодвинул занавес и сказал, разве есть что-нибудь невозможное для Бога? Сара, маргами цини, ара, аргами цини. Сара, я не смеялась. Зогджере, киме би, эртве би, ану, рогор ме дапех, бзим десе дамияне. Иногда врачи подключаются, чтобы как-нибудь забеременела женщина. Зогджере, аппаратура сихенебен, магра, майнц, вера да вер, иногда аппаратуры подключают и все равно не может забеременеть.
25 лет. Он стоял твердо. Аргада вардаяч вообще. И не упал в сомнение. Не начал осуждать Бога. Боже, ты сказала, где ты сейчас? И Бог указал мне, когда Бог призвал меня служить Ему, я с того дня иду за Ним и служу Ему. А что есть у тебя? Это у Бога есть. У меня есть то, что пока не видно. И мой сын тоже увидит. И всем станет стыдно. Винс Пикропс. Кто думает? Рогмерти родисме ситуаши цруопс. Если кто думает, что Бог когда-нибудь лжет в своем слове. Чуем болом де унда выкуэт морцмунэни имис радзумерти могу итхра. Мы должны быть до конца веровать тому слову, которое Бог нам дал. Винс ангуитко аасрулепс кидес. Тот, кто нам обещал, он и исполнит. Ис мокмедепс нен нела. Он действует мало-помалу. Мидис процессеби нен нела. Идут процессы мало-помалу. Зеца чартулим тлияна дес механизми мушаус. Небо подключено, чтобы этот механизм работал. Да чуэн вицитром гмертма ховела сагусрулауся чеперда. И мы знаем, что Бог всем исполнил, кому обещал. Да дгесац игюэ мохдеба ховеластавзе. И сегодня то же самое произойдет над всеми. Иосифс рамдэн цэли даджирда рам асули кутахцэ. Сколько лет понадобилось Иосифу, чтобы на трон подняться? Чтобы тот сон исполнился? Зоги амбобс амдэни, зоги амбобс имдэни. Некоторые говорят столько, некоторые другую цифру. Зоги чвидмэ цэлс амбобс. Некоторые говорят 17 лет. Зоги амдэс, зоги имдэс. Маграм, чуэн вит шэмдэгим. Рам, Давидиц, Иосифиц, Абраамиц, Мосец, хвэла гамуица дац лэпши. Мы знаем одно, что Иосиф, и Давид, и Моисей, и Авраам, они все были испытаны в годах. Знай, если что-то ты будешь делать для Бога, думай о награде, будет обязательно награда. Но если не будет награды, не роптай передо мною. Если твои сомнения пожирают твое семя, если ты посеял, стой твердо в вере. Сомнения приходят как грызуны, чтобы съесть твое семя. И когда неверие приходит, дьявол не случайно работает. Он съест это семя. И ты потеряешь награду. Когда приходит сомнение, я советую. Встань с того места, поменяй место и садись на другое место. Чтобы изменилось мышление. Чтобы в это время... Я так делаю, чтобы в это время, когда приходят мысли, мне нет никакой гарантии, что Бог обязательно докажет свою славу в моей жизни. И дьявол приходит в мои мысли. Знаете, что дьявол, он старается свою работу исполнять в наших мыслях. Аврааме сказано, что не усомнился он в Божьем слове. И прославил Бога. Это значит, что даже маленькое место он не оставил дьяволу. И Авраам сказал, тот, кто мне обещал, тот и исполнит. Вы знаете, Авраам очень был развитым человеком в астрологии. Вы знаете, когда Христос должен был родиться, первые об этом узнали волхвы, да? Авраам из Дросац, Варсклад Мрицхолеби, Беорни. И во время Авраама их было много очень. Да, Авраам сердцем мертвым утром. Шехедец из Варсклад. И Авраам однажды Бог сказал, посмотри на звезды небесные. Посмотрел Авраам. Варсклабзе докуробит,
варсклауви лапаракобен рагацас темас да сакитхс. И звезды, они говорят с ним и говорят о чем-то. Все говорило о том, что у Авраама не будет сына. Вся система говорила об этом. Но Бог сказал, посмотри, Авраам, на звезды небесные. Не отсюда смотри. Чеми туалет шехеда, чеми яхтмида, чеми ситку. Моими глазами посмотри через мое слово. Да ту чеми туалет шехеда. Если моими глазами будешь смотреть. Ведь столько звезд говорит о том, что у тебя не будет сына. Ведь внешний мир тоже говорит об этом. Ведь и твое тело, и Сара на тело говорит, что не будет у вас ребенка. Но я говорю, будет у тебя. Сейчас посмотри моим глазом. Да, и цирам дэни швили ге колеба, Авраам. И знаешь, сколько будет у тебя, Авраам? Столько детей у тебя будет, сколько тебя обманывали, что не будет у тебя. Вот столько свидетельств было, что не будет у тебя. Каждая звездочка говорила, что не будет у тебя. Но Бог сказал, меня слушай. Да сикнеба. А звезды будут совсем для другого. Сколько звезд на небе? Им дени швили ге колеба. Столько детей у тебя рам будет. Дени патара куши смартсуалец гдия. Сколько песка на море? Деда мицазе. На всей земле. Исини, утуалавия. Они бесчисленны. Так будет твое потомство. И мы часть этого завета. Мы дети Авраама. Как верующие, так и евреи. Почему я на это обратил сегодняшнее внимание? Я думал, что однажды мне дадут слово о пожертвовании. И хотел об этом сказать. Но мне сегодня пришлось об этом говорить. Стой в вере. Знай, что одна ситуация не похожа на другую. Все меняется. Обязательно изменится. Мало-помалу. И мы не знаем, что будет следующее. Но знаем, что будет. То, что Бог обещал нам. 2 Коринфянам 5 глава 7 стих сказано, что мы ходим верой, а не видением. Верою смотри на будущее. Верою стой твердо против сомнений. И обязательно исполнится обетование над тобой. Евреям 10 главе 23 стихе сказано. Будем непрестанно идти за Евангелием, да? Ибо верен обещавший. Когда я заканчивал школу библейскую, один учитель подарил нам этот стих. Всегда повторяй, верен обещавший. Когда тебя будут атаковать мысли, сомнения. Если придет сомнение в твою голову. Ведь не видно дьявола. Он же не физическое существо. Но если пришел сомнение. И он тоже вот здесь где-то. Я его фиксирую. О, пришел он. Да, мы убрундеби хоме, да, убрундеби. Упали Иисус сахель, туангрио, шенс эчуэпс, шенс гегмепс. Агмткмели эртгулия. И я, смотря на него, в невидимом мире говорю, что именем Иисуса Христа я разрушаю все твои замыслы, ибо верен обещавший. То, что Бог нам обещает, оно будто бы покрыто чем-то, оболочкой. Иосиф видел во сне, как снопы поклонялись его снопам. Что вы поняли конкретно об этом? Рахаца каргия, ром, из...
Что-то, значит, было хорошее у Бога для него подготовленное. Потом видел солнце, луну и звезды, которые приходили поклонялись. Но конкретно скажи, как? Что ты видел? Как будет через много лет? Конкретно объясни. Никто ничего не знает. Кроме одного Бога. Когда дьявол старается принести сомнения. Написано, будьте трезвы, ибо дьявол, как рыкающий лев, стоит, чтобы поглотить. Самой трудной ситуации. Знай, что как, когда даже самое сильное испытание, ты должен быть очень тихим во время этого испытания. Все равно ты должен сидеть и говорить, как крепкий орешек. Тот, кто обещал, он сможет исполнить. У меня есть слово кое-какое от Бога. Он со всеми нами говорит о чем-то. И я когда думаю, не может быть, чтобы не исполнилось. Потому что мои мысли не могут до конца поверить в то, что это случится. Как это случится? Но я хочу держаться за это, Господи, раз ты сказал, ты знаешь, как это исполнится. Иногда думаю, а может быть так случится? А может так? А может быть так? Это секрет. Но одно я знаю, оно обязательно исполнится. Я буду плакать очень много потом. С большой радостью. Потому что он верен в своему слову. Я хочу один стих прочитать вам. Лука, 1 глава, 45 стих. И блаженно уверовавшие, потому что совершится сказанное от Господа. Аминь. Блажен тот, кто уверовал и не дает сомнениям места. Но знаете, что верующих очень сильно атакуют мысли, сомнения. И цитрю говорит, что Матесахареба. Знаете, как начинается Евангелие от Матфея? А я сам. Цигни шобиса Иесу Христос и дзиса Давидиса, дзиса Авраамиса, да шемдик. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. А сейцреба. Так начинается. Там я говорю, Авраам машуа Иес Исааки. Авраам родил Исаака. Рату манам децхокауда Авраам с Исмаэли. Ну почему? У него же Исмаил был до этого. Авраам швили кауда укой. У Авраама был уже сын. И после Исаака у него еще было 6 детей. И у него еще было 6 детей от другой жены. Но сказано, что Авраам родил Исаака. А эти 7 детей чьи были? И они тоже Авраама были. Но почему сказано, что Авраам родил Исаака? Это было по обетованию Божьему. Мы можем много сделать в этой жизни. Но есть что-то, что Бог обещает нам. Ра процессе медис. 25 цели дачирда Авраам сроем шобиарабина Исаака. 25 лет понадобилось Аврааму, чтобы родить Исаака. У нас тоже есть что родить. Через нас тоже Бог должен родить что-то. Бог силен, чтобы родить через нас в этой церкви что-то. И зная, что сегодня Бог семя кладет в наши сердца. И говорит, сохрани, береги это семя. Ар моклас да ар шечамос вирусма. Чтобы не съел и не убил вирус его. Вы знаете, иногда бывает так, что когда зародыш появляется, то вирус приходит и съедает его. И не рождается этот ребенок.
Бог желает, чтобы желания, которые в нас зародились, они обязательно родились. Некоторые думают, что Авраам сверхъестественным образом Исаак родился. Ара? Нет. Нел-нела. Авраам идёт от меня там и камдис, санаме сасрулдебода. Мало помалу Авраам шёл за Богом, пока это случилось. Мосе идёт нел-нела санам мохтебода и срац мохторис пириспирела паракебода. Моисей шёл за Богом, мало помалу. Ацлеулебицдебоден. Проходили десятилетия. Асе иго свебис хоробаши кидео. И так было во многих жизнях других людей. И мы видим, что они верою получали награду. Сегодня наш черед. Сегодня мы должны стать сильными и сказать: Боже, мы ждем обещанного. В Данииле 11:32 сказано: «Гмертис мцодне халхио». Но знающие Господа укрепятся и будут действовать. Мы обязательно будем действовать. Ибо Бог нас ведет туда, где сверхъестественным образом Он родит через нас. Сегодня Тамуна использовала стих. 1 Петра 2, 2 глава, 9 стих. Что глаз не видел. Ухо не слышало. И на сердце человеку не приходило. То приготовил Бог любящим его. Представь, что ты есть частичка подсолнуха. И ты должен смотреть на то, что человеку на разум не приходило, и глаз не, и око не видело, и так далее. Представьте, что семечко вот это. А если бы она смотрела на землю? Она, наверное, бы согнулась бы и упала бы. Да. Но даже не смогла бы она. Но подсолнух назвали им потому подсолнухом, что оно на солнце смотрит. Поэтому... Твоя голова должна тоже быть направлена на то, что Божье Слово говорит, подготовил любящим его. В последние времена будет проявляться, апостол Петр говорит. Такое происходит, что я удивлен. И это только начало. Бог делает свою работу. То, что в мыслях у тебя не было. И око не видела. И никто с тобой даже не говорил об этом. То начнет проявляться от Бога, любящим его. Сегодня мы платим цену. Завтра у нас будут экзамены. Но послезавтра Бог обязательно исполнит. Пусть каждый скажет «Амин». Амин. Я старался сегодня поднять нашу веру к тому, что мы делаем сегодня для Господа, чтобы сомнения не съели наше семя. И мы обязательно увидим жатву. И каждый будет говорить: помнишь, как этот пришел в церковь, а помнишь тот, какой был раньше? И если человек будет твердо стоять в вере, мы обязательно увидим сверхъестественное. Если выдержим мы экзамены, когда состаримся даже, Бог великие дела будет делать. Потому что верен обещавший. Аминь.
Я хочу делать, идти за Ним, потому что Он никогда нашей надежды не... Он и сейчас смотрит на нас. И Он очень хорошо знает, как будет.